сразу вот прям хорошо. Папа ему сказал, ну вы потерпите, и мы тогда на конкурсах будем участвовать. Там я с дедом, ну да, думаю, сколько же мне нужно еще потерпеть. Мы терпели друг друга, мы учились. И действительно, стали выступать на конкурсах. Вот у них, кто был на отчетном концерте, сложился такой дуэт с Лизой Бутулакиной. Сейчас нет ее сегодня на этом концерте. И сольно выступает. И занимают они первые, вторые места в различных пианистических таких серьезных конкурсах. И даже заняли в этом году удалось гран-при. Ну, я сильно не расхваливаю, но я как бы горжусь тоже учащимися нашими школами. Да, вы конкретно. И вам, родители, спасибо за это. И сегодня Перепеченных Владимир, учащийся 6 класса, исполнит пьесу гениального композитора Петра Ильича Чайковского «Мать, белые ночи». Какая ночь, на всем какая нега. Благодарю родной полночный край, из царства львов, из царства вьюг и снега. Как свеж